Итак, 24 ноября 2010 года состоялась премьера юбилейного 50-го полнометражного мультфильма студии Диснея под названием «Танглет», что в российском прокате окрестили как «Рапунцель. Запутанная история». Но далеко не все знают, что более чем за два месяца до премьеры на прилавке книжных магазинов 14 сентября 2010 года поступила новелизация этого мультфильма от писательницы Ирен Тримбл под названием «Танглет Junior Novel». Книга дважды переиздавалась на территории России. В первый раз от издательства «Игмонт Россия» в 2010 году в переводе Натальи Вергилис под названием «Рапунцель. Запутанная история». Давайте рассмотрим аннотацию на обложке этого издания. Обаятельный вор и разбойник Флинн Райдер, за которым охотится вся королевская стража, решает укрыться в неприступной башне в чаще леса, где он случайно знакомится с принцессой Рапунцель. Если вы думаете, что самое интересное в ней – это 21 метр волшебных золотистых волос, то вы заблуждаетесь. Запертая в башне и отчаянно ищущая приключений Рапунцель решает использовать Флинна в качестве билета в большой мир. Приглашаем вас отправиться в захватывающее путешествие вместе с главными героями нового анимационного фильма Disney «Рапунцель. Запутанная история». Книга иллюстрирована самыми эффектными кадрами из фильма. Любопытный факт. Имя автора указано не было, только переводчика. В 2020 году состоялось переиздание этой книги от издательства «Эксмо», уже под названием «Принцесса Рапунцель». В этом издании указали имя автора, а перевод был от Тамары Денисовой. Рассмотрим же аннотацию с обложки от второго издания. У Рапунцель есть мечта. Она провела всю свою жизнь в башне вместе с матушкой Готель. И теперь, на свой 18-й день рождения, она хочет выйти из башни, чтобы узнать, что за огни загораются в небе каждый год в день ее рождения. Но матушка Готель категорически против, и Рапунцель решается на отчаянный шаг отправиться на поиски огней в компании первого встречного и первого встреченного в жизни юноши Флинна Райдера. И оба они, и Флинн, и Рапунцель, еще не знают, как много сюрпризов их ждет в этом путешествии. Захватывающие приключения, любимые герои, потрясающая история – все это ждет вас на страницах новой книги для чтения по мотивам мультфильма «Рапунцель. Дисней». К сожалению, что-то новое или не вошедшее в одноименный мультфильм студии имени Диснея из этой новелизации мы почти не узнаем. А очень часто в новелизациях есть альтернативные или не вошедшие в финальную версию сцены. И если посмотреть первый трейлер «Рапунцель. Запутанная история», то можно заметить несколько таких сцен, которые отсутствуют в самом мультфильме. И в этой новелизации их тоже нет. Что бросается в глаза, пролог и эпилог не ведутся от лица Флинна Райдера. Отсутствуют почти все песни, кроме «Живет мечта». В лучших традициях фильма Квентина Тарантино «Бешеные псы» мы не увидим то, как Флинн Райдер украл корону принцессы королевства Корона. Нам покажут только последствия. Не знаю, с чем это было связано. То ли с упрощением сюжета с поправкой на возраст, а книга рекомендовалась детям до 6 лет, то ли со своеобразной цензурой. А может быть, изначально эта сцена и не планировалась в сценарии, и была добавлена уже потом. Ибо, как мы знаем, чаще всего новелизации пишутся по окончательному варианту сценария, что совершенно не означает последующую его переписку в процессе съемок. Однако тут прямо говорится, что матушка Готель все же по-своему любила Рапунцель. Попрошу пока запомните это. Но счастье короля и королевы было недолгим. Тоже ночью, когда все в королевстве уже спали, мстительная матушка Готель пробралась в детскую комнату дворца и подошла к колыбели принцессы. Она уже протянула руку к ребенку, как вдруг остановилась. Милые золотые кудряшки малютки очаровали ее. Завороженная ими, матушка Готель стала мягко поглаживать девочку по волосам, а затем начала тихонько напевать. И точно так же, как она много раз пела цветку, и вдруг волосы девочки засияли. Матушка Готель поначалу удивленно, а затем торжествующе смотрела, как разглаживается и молодеет морщинистая кожа на ее руке.
исцеляющая сила золотистого цветка продолжала жить в золотистых волосах маленькой принцессы. Матушка Готель отрезала небольшую прядь и стала разглядывать ее, держа в руке. Она заберет волшебный локон с собой, и он всегда будет при ней. Однако этому не суждено было случиться. На глазах матушки Готель светлые волосы в ее руке стали темно-коричневого цвета. Она взглянула на место, где был срезан локон. Там торчала короткая коричневая прядь. Матушка Готель пришла в ярость. Она поняла, что магия работает только тогда, когда она поет и поглаживает волосы принцессы. Без этого волосы бесполезны. Значит, был только один выход. Ей придется выкрасть девочку и до скончания времен скрывать ее от всего остального мира. Матушка Готель обожала Рапунцель. И девочка тоже очень любила ее. Как-никак, она была единственным человеком, которого принцесса знала и помнила. Матушка Готель кормила и купала малышку. Она видела, как Рапунцель делает свои первые шаги. И она каждый день пела девочке колыбельные, пока гладила и расчесывала ее волосы. Рапунцель совсем не знала истинной любви своих настоящих родителей. А также, что за три книги, которые, сидя в башне, Рапунцель перечитывала. Не то в самом мультфильме их показали мельком. А еще Рапунцель обожала читать. У нее было целых три книжки. И каждую она давным-давно выучила наизусть, от корки до корки. Книга по кулинарии помогала ей готовить вкусные блюда. Вторая книга была по геологии, а третья посвящалась ботанике. Последняя книга стала у девушки самой любимой. Наряду с великолепными рисунками книга давала Рапунцель необходимые сведения о растениях и цветах, характерных для местности вне башни. Тем не менее, с поправкой на целевую аудиторию, это вполне себе добротная книга, хорошо и талантливо написанная, которую я могу рекомендовать всем без исключения поклонникам оригинального мультфильма или вашим детям. К сожалению, какой-то информации об Эрин Тримбл, кроме библиографии и того, что она проживает в городе Такома, США, штат Вашингтон, мне не удалось найти даже в западных интернетах. Однако не я один столкнулся с подобной проблемой. Среди ее работ, как автора-новелизатора, есть «Балли», «Храброе сердце», «Вольт», «Принцесса и лягушка», «Университет монстров», «Ральф», «Тачки 2», «Пираты Карибского моря», «Проклятие черной жемчужины», «Пираты Карибского моря», «Сундук мертвеца» и много чего еще. Про Рапунцель Тримбл написала как минимум два небольших рассказа в составе сборников про диснеевских принцесс. За ее авторством, со своими оригинальными сюжетами «Snow Princess» 2012 года и «Winter Fun for Everyone» 2015. А от себя хочу добавить фразу, которой я вдохновился благодаря Станиславу Зелинскому. Эрин Тримбл – это как Алан Дин Фостер от мира детской книги. Стоит отметить книжки для детей детсадовского возраста для чтения родителей детям со своими оригинальными сюжетами. На русском языке мне удалось обнаружить три таких книги. Первая – «Принцесса Дисней. Волшебная коллекция», в которой был рассказ про Рапунцель «Зимняя сказка», изданный издательством «Эгмонт» в 2016 году. Кто автор этого произведения, а самое главное, как этот рассказ назывался в оригинале, очень хороший вопрос. Ибо по своей старой доброй традиции издательство «Эгмонт» не указали имя автора, а еще в довесок не написали оригинальное английское название сего произведения. Если кто из вас знает, дорогие друзья, откуда был взят этот рассказ, кто его автор и как он назывался в оригинале, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Действие же самого рассказа происходит после событий оригинального мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». В королевстве короны приближается празднование Рождества, и все жители готовятся отмечать этот праздник, кроме Рапунцель. Она убеждена, что Рождество отмечают как в мультфильме Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством», со всеми вытекающими последствиями, ибо так ей с детских лет внушала матушка Готель. Флинн Райдер. Да, в этом рассказе у нас именно Флинн, а не Юджин Фицерберт, как зовут его на самом деле.
решает показать Рапунцель истинный смысл Рождества. Достаточно милая история, но слишком детская. Второй такой рассказ из мною найденных опять же издавался издательством «Игмонт» и выходил уже в 2019 году в составе сборника «Принцесса Дисней. Нескучные истории». А назывался он «Пропавшая корона», и написала его Ребекка Л. Шмидт. Откуда я это узнал, объясню уже в процессе разбора третьего рассказа. А пока поговорим о сюжете. События опять же происходят после оригинального мультфильма. Флина Райдера, да, тут он опять Флин, арестовывают королевские гвардейцы за то, что он якобы вновь украл корону принцессы. Рапунцель понимает, что что-то в этой истории нечисто, и Райдера, скорее всего, подставили. Вместе с разбойниками из таверны «Сладкий утенок» она пытается расследовать этот инцидент. Собственно, все, что я могу сказать по поводу этого рассказа. А на сладкое я оставил третий рассказ, который называется «Самый сладкий день». Издавался он в этот раз издательством «Лев», уже как отдельная книжка из серии «Сказки малышки» в 2019 году. Самое что интересное, «Лев» по аналогии издательства «Эгмонт» не написал имя автора, зато оригинальное английское название самого рассказа. Собственно, почему мне и удалось установить имя автора – Британи Кандау. И вот занимательный факт, что предыдущий рассказ «Пропавшая корона», что этот самый сладкий день входили в состав сборника «Disney Princess Storybook Collection», выпущенного 29 сентября 2015 года в США. Там было по два рассказа на каждую диснеевскую принцессу на тот момент. Не знаю, переиздавались ли они потом раздельно, или в других странах их издавали по частям, но в России они вышли именно в таком виде. События самого рассказа «Самый сладкий день» происходят еще во время оригинального мультфильма. Рапунцель и Райдер, что-то во всех рассказах он Флин, а не Юджин, приходят на городской рынок Короны, где помогают пекарше испечь кексы из яблочного пюре. При этом Флин покупает все ингредиенты, что очень мило и на чем акцентируется внимание. Да, похожая сцена была и в самом мультфильме, где он на рынке купил флажок для Рапунцель с эмблемой королевства Короны. Именно купил, а не украл. Но в этом рассказе аналогичная сцена особенно подчеркнута. По моему скромному мнению, самый интересный рассказ из всех трех мною найденных. Возможно, опять же подчеркиваю, что возможно, «Самый сладкий день» — это эпизод, не попавший в итоговый мультфильм. Точно сказать не могу, тем более, что на официальном DVD-издании мультфильма, кроме двух альтернативных вариантов пролога, нету больше никаких материалов по удаленным сценам. И это обидно, ибо в других диснеевских мультфильмах всегда куча дополнительных материалов. И в завершении темы литературы по запутанной истории хотелось сказать пару слов о комикс-адаптации этого мультфильма. Выпускало его издательство Dark Horses Comics, а написал его Алессандро Феррари, о котором мы еще сегодня поговорим. В России его выпустило издательство «Черный кот», и что странно, издание не содержит вообще никакой информации о тираже, копирайтах и прочих вещах. Собственно, каких-то глобальных отличий от оригинального мультфильма комикс себе не несет, кроме того, что у Готель были карие глаза, а не серые. Вот, собственно, и все, что мне удалось обнаружить про Рапунцель «Запутанная история» на русском языке. На этом моменте мы закончим с оригинальным мультфильмом и перейдем к мультсериалу. Я служил всего 8 месяцев. Мне ничего не говорят. Можешь меня пытать. Пытать? Это хорошая мысль.